Всем привет! Сегодня я решила приготовить капкейки с изюмом и белковым масляным кремом. Поехали! Итак, для приготовления капкейков нам понадобится 250 грамм муки, 3 куриных яйца средней величины, 180 грамм сливочного масла, 180 грамм сахара, грамм разрыхлителя, грамм ванильного сахара и 175 грамм промытого и обсушенного изюма. Размягченное сливочное масло и сахар взбиваем до однородной массы. Добавляю соль к яйцам и отправляю к маслу. Хорошенько взобью. К массе добавляю заранее промытый и обсушенный изюм и перемешаю лопаточкой. Соединяю сухие ингредиенты. Разрыхлитель и ванильный сахар отправляю к муке и просеиваю в мисочке с нашей массой. Так мука обогащается кислородом, и кексы будут пышные. Мучную смесь ввожу в тесто частями и аккуратно перемешаю лопаточкой до однородной массы. У меня вот такие красивые капсулы для капкейков. Вставляю их в ячейки формочки для выпекания. Отправляю капкейки выпекаться на 35-40 минут при температуре 200 градусов. Тем временем берусь за крем. 200 грамм белых шоколадных дропсов растоплю на водяной ванне. Размягченное сливочное масло и сахарную пудру взобьем миксером. Растопленный шоколад отправляю к маслу и чуток взобью.
добавляю экстракт ванили, взбиваю. Вот такой красивый крем получился. Половину крема положу в отдельную посуду. И окрашиваю в розовый цвет. Переложу крем в кондитерский мешок следующим образом. Розовый крем расположу по стенкам мешочка. А посередине идет белый крем. Так у меня будет двухцветный крем. Капкейки испеклись, самое время декорировать их. Аккуратно высажу на них крем. Украшаю черешней и различными посыпками. Вот такие красивые и вкусные капкейки у меня получились. Друзья, вот и готовы мои капкейки. Только посмотрите, какие красивые они вышли. Капкейки с глазками вышли очень забавными, и так и хочется съесть их. Эти капкейки можно готовить на дни рождения, на любые праздники, да и просто, чтобы побаловать себя. Нежнейший бисквит идеально сочетается с кремом, а вместе это все очень вкусно. Всем спасибо за просмотр, пока!